Несколько десятков туй уничтожили вандалы в Славянске возле памятника воинам-интернационалистам. Деревьям было более 10 лет. Высаживали их ветераны войны в Афганистане. Они же первыми и заметили сломанные деревья. Теперь экологам предстоит подсчитать убытки. Городская милиция уже занимается поиском вандалов. Надеюсь, что мы виновных найдем и очень строго накажем. Если это малолетние, я думаю, что родителям не поздоровится за такое воспитание своих детей.